Привет! С вами Дмитрий из Орла. Поздравляю всех православных христиан, а также людей, уважающих христианскую культуру, с праздником Пасхи. И хочу сказать несколько слов. В первую очередь это будут слова благодарности. Выражаю благодарность всем людям, которые в течение многих веков и даже тысячелетий донесли до нас свет христианской культуры, духовно-нравственные ценности, мораль высокую христианскую. И также благодарю всех людей, которые занимаются в настоящее время пропагандой этих высоких ценностей. Священников благодарю, монахов, верующих людей. Выражаю надежду, что все-таки мы победим этот коронавирус, что наша дисциплина, самоизоляция в конце концов возьмут верх над этой эпидемией, и жизнь вернется в свое русло. И мы опять же сможем посещать и храмы, и кладбища, и встречаться друг с другом, и участвовать в массовых культурных мероприятиях, гуляниях, праздниках. Я надеюсь, что все это будет, несмотря на такое тяжелое эпидемическое время. Хочу также обратиться к молодежи. Дорогие парни и девушки, пожалуйста, относитесь с уважением к православной христианской культуре. Если вы в другой религии состоите, то к своим культурам относитесь, к своим верам с уважением, к своим отцам и матерям, к тому, что говорят ваши священники и духовные лидеры. Все это очень важно для нашего будущего, для совместной культурной и хорошей жизни. Молодежь, вы всегда, когда живете, сверяете свои ценности, свое мировоззрение с теми высокими духовно-нравственными ценностями, которые прописаны в Библии, в священных книгах. Всегда слушайте священников с уважением и сверяйте, так сказать, вашу жизнь с теми наработанными культурными ценностями, которые уже, так сказать, вам даны в виде книг, каких-то проповедей, памятников. В общем, смотрите на все эти вещи с уважением и как на компас, на ваш духовно-нравственный ориентир, чтобы вам было хорошо жить, чтобы у вас тоже были дети, они бы о вас заботились, уважали вас, ценили, и чтобы вы не болели, были здоровыми и богатыми, культурными, нравственными людьми. Вот что я желаю всем людям в этот светлый праздник Пасхи. А относительно данной иконы скажу, что это есть вышивка моей мамы, которую она мне подарила. Мне эта икона очень нравится. На ней изображен святой благоверный Димитрий. Вышивка бисером. Вот, собственно, что это за предмет перед камерой. Ну, что мне еще сказать? Всем здоровья, хорошего настроения и духовных светлых радостей. Всем пока!